8,69. Так, это у нас магазин наших продуктов, русских, литовских. Какие у вас еще продукты бывают? Венгерские, румынские. Венгерские, вот, всякие-всякие. Мы сюда приезжаем за гречкой. Да, родина, в Манчестере. Мы сюда приезжаем за гречкой, за селедкой. Здесь селедка у нас, отличную селедку сейчас купили. У кого ностальгия? Да, ностальгия, не мучаемся мы. Для лентяя вот есть. Да, на русском литература всякая, газеты, да, у вас. Такой вот ассортимент у них, колбаски всякие, квашеную капусту берем, кефир. Литовская продукция очень хорошая здесь, творог наш, похож на наш очень, кабачковая икра, баранки, черный хлеб бородинский, такой вот, семечки, пожалуйста, большой-большой выбор, очень хорошие семечки, я вот эти вот очень люблю, солененькие беру. Так, что еще? Ну, всякие консервы тут, килики, сардины. Кстати, вот продают помидоры соленые, которых в английских магазинах не найдешь, только в наших. Соленые огурцы в английских магазинах продаются, а помидоры нет. Кабачковая икра, сгущенка, но все наши продукты абсолютно. Мы абсолютно ничем не страдаем, всегда здесь покупаем все, все, что нам нужно. Постоянно сюда ездим. Очень хороший магазинчик, очень уютный, небольшой. Вот здесь вот Ларри, здесь пельмени продают, всякие пельмени можно купить, и вареники мороженые, и вот с картошкой вареники. Вот. Аленки, шоколад наш, всякий, всякий мармелад, шоколад, тортики вафельные, этот литовские тоже. Но они абсолютно как наши. Красная икра, пожалуйста. Кому интересно. Всякие балыки, шинлыки. А, и на наши фильмы можно купить. И открытки. Вот. Вот такая красота в наших магазинах. И футболки всякие. Книжки можно купить. Журнальчики. Так, ну это уже... Вот, вот, горшочки такие классные, ты, глиняные с надписями продают и с крышечками. У меня есть не без крышечек, вот эту пельменницу можно купить, самим пельмени делать, хотя продают здесь хорошие готовые пельмени для шашлыков. Ну, все наши атрибуты шашлыков, такие шампура. Вот здесь вот доска объявлений, наши, пожалуйста, здесь вот чем занимаются наши. В Англии объявления свои вешают, и массажи, и, пожалуйста, нужны рабочие, опытные рабочие на разовые, возможно, постоянные работы, иметь автомобиль и свой инструмент. И куда обращаться? Сдаются объявления о сдаче комнат, работа, рент-жилье, ищу работу. Ногти делаю, ну и так далее. И всякие вот объявления могут быть там. Кто-то с концертами приезжает. Вот, пожалуйста, русская школа. Объявление. Концерт. А, нет, обучение. Вот обучает на пианино играть Владимир Воджеводин. Обучает на английском и на русском. Игре на пианино. Массаж. И так далее. О. Колледж по изучению английского. 4 недели, курс 150 фунтов, 6 часов в неделю. Вот такой вот у нас магазин. Классный магазин, хороший магазин. Мы очень рады, мы часто сюда приезжаем. Газета, пожалуйста, английская здесь по Англии. Она бесплатная здесь, можно ее брать на выходе. И вот газету мы взяли в магазине. Это она 21 августа 2014 года. Газета «Англия», она на всю Англию, но выпускается в Лондоне.
И там больше информации, конечно, по Лондону. Но все равно освещение всяких новостей, всяких по Англии, по другим каким-то странам. Здесь вот ее веб-сайт. Можно посмотреть, что там есть. Выходит она по четвергам, и в магазинах она у нас лежит бесплатно. Мы ее можем брать бесплатно. Так, здесь вот всякие статьи, тут информация, тут иммиграционные адвокаты. Можно посмотреть тоже веб-сайты, поинтересоваться, как и что. Ну, здесь вот всякие статьи. Можно обращаться, если вы пострадали, какой-то произошел случай с вами. То есть, наверное, они как-то помогают. Это я не знаю. Русское телевидение предлагают поставить. Здесь что? Здесь переводы денег везде. Даже можно вот, не выходя из дома. То есть через интернет перевести деньги в любую страну из Англии. Чем наши люди пользуются. Это популярная фирма. Здесь вот всякие новости. Там можно посмотреть и наши медицинские работники здесь предлагают свои услуги также. И вот здесь вот про студентов тоже есть. Так, студенты из стран ЕС полностью финансируются. Стипендии возможны для международных студентов. Вот у меня девушка одна спрашивала об этом, о грантах. И вот здесь вот, возможно, может быть, найдете какую-то информацию нужную для вас. Так, это у нас... Тоже юристы и тоже от несчастного случая. Значит, и у них тут такое есть, что no win, no fee. То есть, если они не выиграют дело ваше, то вы ничего не платите. Так, ну это все политика. Тоже компенсация за травму. Количество мигрантов из Румынии и Болгарии за первое полугодие выросло всего на 13 тысяч человек. Так, это если вас арестовали, вам помогут. Услуги адвоката, визы. Миграционные вопросы. Пожалуйста, кому интересно, можно связаться и спросить, задать ваши вопросы, и вам ответят на них. Это метро в Лондоне. Это тоже телевидение, интернет, ТВ. А ЕС выплатит фермерам компенсации. На этой неделе кто нас удивил? Это как звонить за границу отсюда. Получите бесплатную смс-карту на сайте. Так, ну здесь всякие статьи. Вот, хорошее мне название очень нравится. Наши на острове. Так, налог на промах. Это то же самое. Что-то одна фирма тут все. Оккупировала. По-моему, одни ее объявления. Натуральные продукты с любовью из Латвии. Это вот наши продукты в наших магазинах продаются. И они... Все можно у нас здесь купить. Так, статьи.
про Лох-Несс статья. Это чудище в Шотландии легендарное. И вот здесь вот объявление. Бесплатное объявление, можно заполнить купон и послать объявление. О работе, о бизнесе, какие работы тут можно поискать и дать о себе объявление. Работа в отелях и барах. Такая работа, переводы, дополнительные доходы, услуги. Ищу работу. Монтажная фирма предлагает. В общем, кому интересно, вот кто ищет работу в Англии, работодателя, то здесь можно, может быть, куда-то можно позвонить, может быть, что-то спросить и узнать, какую-то информацию получить. И также обратиться к иммиграционным консультантам. Это никакая не реклама этой газеты, никого не реклама, это просто обзор. То, что у нас это есть, то, чем мы пользуемся, то, чем мы читаем, живя в Англии и так далее. И вот такое же здесь компьютеры, как и... Ну, я говорю, это большинство, конечно, объявлений, это по Лондону. Также здесь есть объявление русского телевидения, поставим, пожалуйста. Снять и сдать жилье, также объявление здесь. По образованию объявление, по отдыху. Спортивные бальные танцы для взрослых и детей. И вот такой здесь купон. Заполнив, можно сделать свое объявление. Языковые курсы, школы. Теперь все онлайн. А, это перевод денег. Тоже упал. Значит, досуг и образ жизни, фитнес и спорт, продаем бизнес. Ну, магазин продается. Продам Eastern Europe of License Shop. Находится на East London. Это на востоке Лондона продает магазин наш. Тут о встречах. Кто кого ищет, знакомства. О животных. Дам хорошие руки. Красивую кошечку, например. Здоровье и красота. Парикмахеры. Медицинская помощь. Психологи. Позвоните дешево в Россию. Оздоровительная ступень центра Нарбекова. Что, в Лондоне? Да, в Лондоне. Мама и бэйби, фотографии, такая статья, ну и в конце кроссворды, как водится, всякие анекдоты. Такие данные газеты этой, ну а веб-сайт там я вначале показала, то есть можно зайти на веб-сайт, наверное, и посмотреть, что они там у них еще. Или почитать, так, может быть, это вот статья, газета там дублируется на веб-сайте. Я не знаю, не смотрела. Но, в общем, кому интересно, можете посмотреть.